Очередной день города запомнился жителям и гостям Ульяновска сразу несколькими, без преувеличения, грандиозными событиями. И это при том, что общий список подготовленных праздничных мероприятий перевалил за сотню и охватил все районы города. Вы понимаете, вот сегодня этот праздник, он именно направлен на жителей города Ульяновска. Мы сегодня в день праздника подводим промежуточные итоги о том, что сделано именно вот за прошедшие месяцы в жизни города. Мы сегодня в 9 часов утра уже вместе с губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым отмечали и чествовали лучших старших по домам, лучшие председатели ИТОСа. Мы видим, как на глазах меняет свой облик в лучшую сторону город Ульяновск, и это заслуга жителей. И именно сегодня мы продемонстрируем вот здесь, на этой площади, нашу дорожную и уборочную технику, с тем, чтобы люди увидели, что действительно те налоги, которые они платят, они сегодня бесследно не проходят. И вот эти вот силы, те, которые, и те замечательные люди, которые работают на сегодняшний день на благоустройстве города, они, конечно, заслуживают сегодня поздравлений и большое спасибо за тот труд, который они сегодня делают. Первым в ряду уникальных событий стал именно балет техники, названный городской сюитой. Его постановщиком выступил заслуженный артист России Эдуард Терехов, заставивший танцевать экскаваторы, автокраны, мини-погрузчики и автовышки. Всего около 20 единиц разнообразной техники. Шоу было синхронизировано с видеокадрами Ульяновска на больших экранах, с танцевальными и песенными группами. Описать это невозможно, да и видеосъемка, к сожалению, не передает полного эффекта этого грандиозного представления. Городская сюита – событие из разряда тех, которые нужно видеть воочию. После механического вальса состоялась официальная часть праздника – поздравление и награждение благодарственными письмами губернатора лучших муниципальных предприятий и организаций. Сегодня мы отмечаем день одного из самых известных и почитаемых городов нашей страны – города Ульяновска. Нашего родного, любимого и самого прекрасного города на земле. Позвольте мне от имени государственной власти нашей страны, от имени региональных властей, от лица всех жителей ордена Ленина Ульяновской области тепло и сердечно поздравить вас, горожан, с этим праздником. Этот день, дорогие друзья, объединяет всех нас. И я счастлив отмечать этот праздник вместе с вами, моими замечательными земляками, верными единомышленниками, настоящими преданными товарищами, которые поддерживают президента Путина и нашу региональную политику. Отметим, что официальная часть была недолгой, ведь ульяновцев и гостей ждала развлекательная программа, интерактивные площадки, мастер-классы, шоу фонтанов. Одним из самых массовых стал пластовский пленэр, участвовать в котором мог каждый. Достаточно было зарегистрироваться, запечатлеть любой участок ульяновского венца и получить сертификат участника. Видели, что здесь люди подходят, записаны на пленэр. Я решила, что почему бы и нет, нарисовать наш прекрасный город. А как вы вообще относитесь к сегодняшнему празднику, к дню города? Ну, как это день города, этот праздник нужно отмечать. У нас такой город, с такой историей, у нас столько замечательных людей, в том числе и художники. По словам организаторов, в нем приняли участие около 400 профессиональных художников и любителей. Праздник, безусловно, удался, даже несмотря на дождь, пролившийся на Ульяновск после обеда. А в череде многочисленных поздравлений выделим произнесенные главой Республики Чувашия Михаилом Игнатьевым. Хочется пожелать мира, согласия, много желанных, жизнерадостных детей. Будьте счастливы! Да здравствует Ульяновск! Слава горожанам! Ура! Завершился же этот день концертом Игоря Саруханова и группы 312, ну и, конечно же, традиционным салютом. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.